Всем привет, с вами Вера. Сейчас в этом видео или гайде я покажу вам, как пользоваться таким модом, как Archimedes Ships. Итак, давайте начнем. В этом моде есть такие, как простые корабли, по которым вы сможете плавать по рекам, озерам, морям и так далее. И есть летающие корабли. Собственно, давайте приступим к их крафту, там, я не знаю как. Вот. Выглядит простой корабль плавающий, где есть руль, система навигации и флоттер, который будет участвовать за маневренность движения корабля. Вот. Если вам что-то охота поинтереснее поставить, ставьте как-нибудь стекла там, я не знаю, что-нибудь сделайте и так далее. Хочу сказать, что при постройке корабля должно быть не больше, если я помню, 3000 блоков. Итак, вот выглядит наш простой корабль. Вот так вот. Давайте приступим к его крафту. Даже не крафту, а сейчас я вам покажу, как этот мод работает. Вот, собственно, мы катаемся на таком корабле вот. Мы продемонстрировали вам корабль, на котором вы сможете плавать по морю и так далее. Также вы можете поставить пассажирское седло, но не знаю, оно вам будет интересно ли или не будет. Собственно, вот так вот. Да, вот так вот у вас будет выглядеть, в принципе. Так, добавим немного красоты. И, собственно, давайте приступим к крафту. Сейчас возьму пассажирское седло, флот и так далее. Итак, как крафтится система наведения, точнее, система навигации? Вот, нам понадобится две стеклянные панели, два железных слитка, потом и одна красная пыль, и два золотых слитка. Вот. Как скрафтить руль корабля? Вот. Нам понадобятся любые две доски. Точнее, даже любые четыре доски. Также четыре палки и один железный слиток. Блин. Чтобы скрафтить флоттер, вам всего лишь понадобится дуб и шерсть. Ну, можете поставить, я так думаю, любую шерсть. Но тут написано белое. Ну ладно. Чтобы скрафтить седло, вам понадобится любой вид шерсти. Вы ставите вот так вот. И получаете кресло. Ну вот, собственно. Давайте перейдем мы к летающему кораблю. Вот. Видите, как он должен у вас быть. Ну, можете, хочу сказать, он может быть еще в 4 ряда блоков, в 5 не знаю, но я обычно ставлю в 3, в 4. Ну, вот у меня в 3 блока. Вот. Чтобы держал крышу корабля, вам понадобится забор. Или, если же у вас стоит какой-либо мод, допустим, на Industrial Craft тут есть железный забор. Ну, в разных модах по-разному, конечно. Или, допустим, вот у меня тут новогодний мод. Там можете ставить вот такой вот забор. Кому как, я вам хочу сказать. Ладно, давайте приступим. Вы уже знаете, как крафтить руль корабля и как крафтить флоттер. Флоттер ставим мы также в задней части корабля. И, собственно, как скрафтить летающий баллон. Тут есть
разного цвета воздушные баллоны, с помощью которых вам понадобится это любой вид шерсти. Из любого вида шерсти у вас получится определенный вид воздушного баллона. Ну, цвет. И нить. Вот, собственно. Давайте вам покажу. Собственно, вот так вот. Чтобы получился определенный цвет у воздушного баллона, вы должны ставить, допустим, вот тут лаймовая шерсть. Вам придется поставить оранжевую шерсть, там и еще что-нибудь. У вас получится оранжевый воздушный баллон и так далее. Ну и вот, также можете поставить пассажирское седло и сесть. Собственно, давайте продемонстрируем вам наш летающий корабль. Так. Вот. И все. Ну вот, собственно, мое видео оканчивается. Это был такой вот короткий гайд по тому, как пользоваться модом Archimedes Ships. Подписывайтесь на мои новые видео, ставьте лайки. С вами был Вири. До свидания.